Шоумен Никита Джигурда приехал на войну в Украину, как он сам утверждает, на угледарское направление и покрасовался рядом с минометом. Нацизм безжалостно и жестко вырезаем. Джигурда утверждает, что ездит на Донбасс без кураторов от власти и побывал там, где с 2014 года не было ни одного известного артиста. Это была цитата. Хорошо, без кураторов ездить. Да, все.